Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Сегодня 24 июня 2020 года. И посмотрите, какие у нас тут борцы молодцы. Это малышам нашим, деткам Нюше и Спайке исполнилось 15 дней. Они целыми днями дерутся. Я не знаю, что им тут не поделить. Но визги и писки стоят целыми днями. Это такие малышки, а уже такие хулиганы. Я не знаю, что они тут делят, не поделят. Сегодня я им предложила беговое колесико, как и планировала это сделать. Вот такое пластмассовое, без решеточек и сеточек, чтобы они не смогли повредить себе лапочки. И прикрепила его на очень-очень низкой высоте. Малыши туда с удовольствием забираются, проверяют, нюхают. Так, чтобы вот они уже бегали, я совсем не видела. Но то, что проявляют интерес, это факт. Малыши, обратите внимание, замечательно уже открыли глазки. Уже два глаза смотрят на этот мир с большим интересом. Аппетит у них тоже повышенный. Сегодня я им уже второй раз добавляю салат. Вот так вот много. И салатик, и огурчик. Салатик съедается буквально моментально. Но у нас сейчас очень жарко, и, скорее всего, малыши хотят пить, потому что еды у них предостаточно. Активность у них вот сейчас повышенная. И отсюда, видимо, такое повышенное желание во влажной пище сочной. Такой, как листовой салатик. Непонятно мне их только вот эти вот разборки целыми днями, что они там делят, не поделят. Замечательно, все уже самостоятельно кушают. Мамочка от них отдыхает в колесике в соседнем контейнере. А детки вот тут предоставлены сами себе. Я не знаю, что у них тут за разборки. Но вот такой вот писк-виск и какие-то драки идут вообще целыми днями. Еды добавляю много, чтобы она была везде, в свободном доступе, чтобы еды им хватало. Но, тем не менее, что-то они тут не поделили однозначно. Гнездышко у них присутствует. Я сейчас его убрала для того, чтобы просто показать вам малышей. Так как они бегали по всей клеточке, спать не планировали, я переложила временно это гнездышко из салфеток, в котором они жили и росли, к маме в контейнер, где она бегает в колесике. Опять какая-то борьба с умо. Что за детишки-то? Сумоисты у нас, а? Что им там не поделить? Ох, если они так начнут драться, мне придется рассаживать их друг от друга пораньше даже, чем положено это делать. В первую очередь буду пристраивать черных девочек, вот двух черных девочек, вот таких блестященьких, потому что черные хомячки у меня уже есть, и себе я их не планирую оставлять. А вот этих вот сереньких, если не найдутся хорошие ручки, возможно, даже троих оставлю себе. Мне очень нравится их окрас, и если они вырастут до достойных представителей своего вида, возможно, они будут участвовать в дальнейшем разведении и станут участниками выставок. Подкоп под колесико делает малыш. Через несколько дней я буду переселять малышей в большую клеточку дюну. Наверное, думаю, дней через 5, чтобы им было 20 дней, чтобы они окончательно тут окрепли в этой клеточке. Здесь поменьше территории, им проще найти еду. И поэтому дней через 5, я думаю, что они будут еще более крупные и активные.
переселяю их тогда в большую дюну, в метровую, и поставлю уже два колесика. И вот такое маленькое, и побольше. И для мамочки, может быть, и третье. Я посмотрю, насколько вырастут детишки за этот промежуток времени. Насколько это будет все безопасно для малышни. Детки ходят в туалет, заходят, выходят. Мне было бы здорово, если бы они научились на мамин запах сразу бы и делишки там делать. Вот уже какие-то первые поползновения убежать из клеточки. Чтобы еще понимали, еще только глазки открыли, а уже куда-то выбраться планируют. Да, сегодня предлагала ребятам бананчик, они его пробовали, понадкусывали. Это у них овощи, баночки, пюрешки, Тёмочка. Так, несут бумажку, вот видите, они еще такие маленькие, а уже себе гнездышко собирается строить. Несет бумажку он из одного угла клетки в другой. Вот чтобы понимали, ребятам сегодня 15 дней исполнилось, с ума сойти, они уже гнезда себе строят. Господи, и упал он. Закапываются, закапываются. Салфеточки я у них убрала. Сейчас верну им домик в виде салфеточек обратно. Оп-оп-оп. Ну давай, малыш, первопроходец. Первые шаги в беговом колесике. Возраст малыша 15 дней. Он еще не понимает, что в нем можно бегать. Он нюхает, идет, колесо крутится. И что, говорит, с ним делать, зачем оно нужно? Я, говорит, и так шагать умею, и без колесика. Если вам интересно вместе с нами наблюдать за ростом и развитием малышей сирийских хомячков, и вы до сих пор не подписаны на канал нашего питомника, приглашаем подписаться, чтобы посмотреть, как быстро малыши подрастут, научатся бегать в колесиках, что дальше будет происходить в этом милом семействе, в котором сейчас идут разборки. Кто-то кушает, кто-то дерется. Кто-то спит. Да, перед сном надо умыться обязательно.
Взял, пришел, начал драться. Вот они. Совершенно очаровательные ему ложки. Все как взрослые делают. И что-то опять не поделили. Давайте, дорогие друзья, пожелаем малышам спокойной ночи, сладких снов. Сейчас они поспят, и я думаю, что завтра они уже освоят это колесико и будут в нем бегать и веселиться. А мы с вами узнаем об этом, так как мы ежедневно выпускаем видео о жизни наших хомячушек. И приглашаем вас оставаться с нами на канале питомника Мари Мистик. До новых видео и до новых встреч. Здоровья вам и вашим питомцам. Всего вам самого-самого доброго.